Ребята, всем привет! Что такое бродкаст? Это когда вы своим письмом сразу оповещаете всю вашу базу подписчиков. Это очень актуально, если, например, нужно одновременно всем отправить какую-то важную новость. Здесь на главной странице нажимаем «Автореспондер». Слева тут выбираем кнопку «Campaigns». И здесь выбираем ту компанию тех подписчиков, которых вы хотите оповестить. Нажимаем кнопку «Go». Здесь смотрим, чтобы компания наша отразилась. Далее идем слева автореспондер и нажимаем кнопку Send Broadcast. Прежде чем вы будете вносить ваше письмо здесь, нужно нажать HTML Form. И я рекомендую сначала ваше письмо подготовить в текстовом документе, потом оттуда скопировать и вставить сюда. Далее мы идем, пишем название письма. И смотрите, здесь, если вы выбираете вот этот вариант, то это письмо отправляется сразу. Если вы ставите точку над этим вариантом, вы можете выбрать дату и время, когда отправите это письмо. И далее здесь вам на выбор три варианта. Отправить активным, отправить неактивным или же всей базе. Далее вас компания предупреждает о том, что если вы долго работали в этом письме и не сохранили свои данные, то вы можете их потерять. Поэтому нужно то письмо, которое вы подготовили, его нужно скопировать. Далее вы нажимаете кнопку Broadcast, и все ваши подписчики в этой e-mail компании, которую вы изначально выбрали, получат свое письмо.